double-digit thousands. Всем привет, дорогие друзья! С вами Валерий Хаус. И у нас новая рубрика на канале под названием Mobile. И как вы уже догадались, здесь мы будем играть в мобильные игры. Вот. И начнем первый выпуск мы с игрушки под названием Vector. Игрушка про паркур. Вот. Как, сделана в виде платформера. Игрушка прикольная. Вот. Ну и что я хочу еще вам сказать. Попросить хочу, чтобы вы подписывались на канал. Ставили лайк, если вам нравится. Если вам не нравится, ставьте дизлайки. Комментируйте. Оставляйте отзывы и делитесь с друзьями. Ну а мы начинаем. Давайте посмотрим, что у нас тут в настройках есть. Музыка. Звук. Понятно, русский, графика высокая. Нормальная, низкая, высокая. Ну что, давайте начнем. Поехали играть. Выбор режима. Давайте. У нас открыт только классический. Ну давайте, в принципе, классический. Итак, здесь у нас выбор локации. Офисный район. Стройплощадка закрыта. Технопарк. И походу все, да? Понятно. Давайте офисный район. Далее. Так, и здесь у нас еще есть трассы, да, получается, в каждой локации. Так, давайте трасса 1-1. Вам нужны эти трюки, чтобы добиться лучшего результата. Собирайте монеты, чтобы открыть все или все. Jump Tumble какой-то. Что, давайте попробуем. Так. Управление это у нас так. Слайд вверх, прыжок. Пробуем. О, взяли какие-то очки. Слайд вверх, прыжок. Вниз. Понятно, это уже как-то у меня на автомате, я нажал вниз, прыжок. Отлично. Оп, не успел. Прыжок. Да, что-то мне там не получилось сделать. Видимо, трюк какой-то. Отлично, локация пройдена. Так, что мы тут получаем? Мы получили всего 2 звезды. И я так думаю, из-за трюка. Да, вот. Трюк 0 из 1. Что, поехали дальше. Не упусти свой шанс. Посмотри видео и получи 100% шанс появления в следующем забеге. Это, ладно, делать мы этого не будем. Так, вам нужны эти трюки, чтобы добиться лучшего результата. Понятно. Так, у нас есть такой трюк, да, галочка. А, и такой трюк стоит 150. У нас 300. Давайте купим. Раз он нужен, давайте купим. Поехали. Так, следующий забег. Оп, черт. Пропустили. Ну ладно.
Так. Оп. Взяли. Отлично. Перепрыгиваем через столы. О, отлично. У нас получился трюк, друзья. Ой-ой-ой-ой. Как разбежался-то. Отлично. Еще один трюк выполнен. И локация пройдена. Не догнал ты нас, чувачок. Почему? А, бонус один не взяли. Тоже две звезды. Так, понятно. Опять у нас тут... Так, вам нужны эти трюки. Понятно. И нам хватает на этот трюк. Давайте купим. Отлично. Так, следующий забег. Оп, так. Так, я не понял, а как тот бонус взять? Странно. Так, оп, отлично. Разгончик, прыжок. Так, здорово. Как он так разбивает стекла? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то здесь. Ай-яй-яй. Вот это жесть. Так, на этот раз должно получиться, давайте. Оп. Отлично, бонус. Скольжение. И вторая наверх. Давай. Ты сможешь, давай. Я верю в тебя. Скольжение. Трюк. Разгон. И прыжок. Отлично. Собираем бонусы. Прыжок. Молодец, молодец. Давайте. Так, трюк отлично. Сработано. Опа. С каждым разом все сложнее и сложнее, да? С каждой трассой. Что же будет дальше? А, черт. Ай-яй-яй-яй. Трюк. Стенка. Отлично. И локация пройдена. А, здорово. Три звезды, друзья. Первые три звезды. Отлично. Так. Все собрано. Поехали дальше. И у нас, кстати, 1000. 1000. Я не знаю, что это за валюта. Криптовалюта какая-то. Так. Давайте покупаем, да? Купить. Отлично. Так, что ждет нас на этой трассе? Давайте посмотрим. Саундтрек такой прикольный в игре, да? Заметили? Так. Трюк. Оп. Здорово. Прыжок. Еще прыжок. А, я не взял. Черт. Так. Не собрано как-то. Давайте. Пробуем еще. Прыжок. Давай, ты сможешь. А, трюк не получился. Блин. Собираем бонусы. Трюк. Отлично. Разгон. И прыжок. Так. Оп. Отлично. А почему он не прыгнул? Собираем. Разгон. И... Отлично.
Один трюк у нас не получился. И, наверное, две звезды. Одна звезда? Почему одна звезда? А, бонусы еще не собраны же. Два бонуса мы пропустили и один трюк мы не сделали. Ладно, поехали. Так, покупаем трюк. Но пока у нас денег хватает на все. Так, что у нас на этой трассе? И вот эта высота, да? Как он еще все ноги не сломал? Давайте. Разгончик. И... Воу-воу-воу-воу! Нифига себе тут. Так, трюк. Оп, отлично. Так, а как на... А как... Там бонус надо было взять как-то непонятно. Три звезды мы уже не получим. А, второй просрали бонус. Так, так, так. Ух ты, нифига себе. Давай, 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 давай. Трюк. Хребет себе чуть не сломали. Но нам повезло. Повезло. Две звезды, да. Два бонуса пропустили. Погнали дальше. Ну, пока интересная, интересная игрушка такая. Так, у нас трасса уже 1,6. Так, покупаем, покупаем. Пока деньги хватает, покупаем. Да-да-да. Но пока с этими чуваками нам везет. Так. Отлично, бонус. Так, я не понял. Надо было по низу, да? Блин. Тут еще такие, смотрите, такие развилочки надо смотреть внимательно. Отлично. И... Скорее всего, одна звезда, да? Точно. Так, получи монеты, посмотри видео или выполни задание. Так. Ну что, давайте пока так пройдемся, да, по трассам, а там будем смотреть. Так, я не понял. Не хватает, что ли? Точно. Так, бонус, офисный район. Тут еще, смотрите, бонусы есть. Так, чтобы открыть, необходимо 1250 валюты. Даже так. Смотрите, тут бонусов. Давайте, сюжет. Так, что нам нужно, чтобы открыть эту трассу? Чтобы открыть, необходимо 12 звезд. Так, или 950 можно заплатить. Так, у нас сколько? 11 звезд, да? Ну что, давайте попробуем трассу 1,6 еще раз. Вот. Пробуем, пробуем, давайте. Так, трюк. Отлично. Ну что ты? Слабо так. Оп, отлично. Скольжение вниз. Трюк не получился. Оп.
Так, две звезды. Отлично. Две звезды. Ну что? Идем дальше. Так, 400 надо. Покупаем. Ну что ты, я трюк опять пропустил. Ну что, давайте. Трюк? Отлично. В нашем арсенале трюки уже прибавляются и прибавляются. Скоро мы будем крутыми паркурщиками. Давай, давай. А здесь надо было, наверное, скольжение, да? Так, трюк. Yes. Ой. Давай, 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 догоняет. Ну, прибавь скорости. Еее. Скольжение. Есть. Воу, 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 воу. Здорово. Так, один бонус мы пропустили. Трюки все выполнили, да? Далее. Так. И снова нам не хватает. И чего нам не хватает? Давайте посмотрим. 15. А, опять одной звездочки не хватает, да? Ну что, друзья, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. И, скорее всего, это будет, наверное, следующее воскресенье. Ну что, я со всеми прощаюсь. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, а также группу ВКонтакте. Оставляем отзывы, комментарии, делимся с друзьями. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока, всем хардкора.